Лав-радио сейчас минут 15, давай скажем, 30. 30 минут, да, сразу после окончания прямого эфира, 30 минут занимались поисками пальто, а потом оказалось, что оно в машине. Всем офисом бессовестно ушла. Я пришел без пальто. Хотя, а что? Вот это мне пальто нравится, неплохо. Я уже готов был пожертвовать. Да, вы поняли, да, красавцы? Они вне эфира тоже претендуют на сие звание. Вот, Юля Голуби. Всем привет. Да, в изумруде сегодня. Да, пойду-ка я, наверное, уже туда, на Ургант. Все, обнимаю. Счастливо, да. Спасибо. До встречи 8-го. Чао. Пока. До встречи 8-го? Ищите себя. Какого 8-го? 8-го, да. Ну да, 8-го, концерт, да. Заглядывай, мы потом можем чуть-чуть Хорошо. Посидеть красиво, да? Договорились. Все, окей, давай, пока. Искали пальто. Смешно вообще, не могу. Послушай, ну ты-то куда смотрела? Ты же... Я, по-моему, вышел без него. Да. Можно сюда? Мы в прямом эфире. Да? Да ладно, не верю. Да, серьезно. Давайте. Доставайте свой скат-аппарат. Давайте. Скатографии. Да, давайте. Почему я в лифте? Это же оригинально. Мы случайно встретились. Да. Спасибо. С такими зияющими под цветом глазными яблоками. Куда? Привет. Привет? Да. Говорите привет. Привет. А, ну зачем? А зачем уже? Ой. Так, ну что? В смысле? Здрасте. Иду? Иду. Что случилось? Привет. К тебе? К вам. Мы знакомы уже, да? Когда это было, не помню. Фух. Что-то кофе прямо это. Ну давайте, а что надо делать? Да? Давай. Да не надо, Василий. Ну а что делать, извините. Пришли, отвечайте за свой базар. Отвечайте за базар, в конце концов. Погнали. Давайте погнали, уже быстрее. Ну, в конце концов, что происходит? Голову зачем мне отсобачили? Что, я не понял, скальп, что ли? Нет, так он индеец. Все? Нет. Все, нет? Можно, случилось? Хорошо. Товарищи, вот смотрите, встретили здесь. Ого. Так, еще раз. Что ты, ничего себе, 6 раз. Подожди, Дим, что? Ну давай. Скромнее ты говори. Все. Зачем же? Фотография же лучше. Вы тут живете, да, недалеко по-любому? Ну как? Где живете? На другом конце Москвы. Круто. Самолеты? Спасибо. Опять? Благодарю. Балет? Спасибо большое. До свидания. Фух, кажется, что на улице солнце, тепло, выходишь минута и все, и поплыл. Все, до свидания. Я не еду в Останкин, еще рано, я еду домой, к себе. Да, да. Все, давай, пока. Еду на Ходынку. Кому? Телефон сейчас скину. Это Ургант, ты должен был еще вчера себе созвониться. После я обязательно. Я тебе сейчас скину. Обязательно. У меня есть уже ее телефон. Нормально пальто искали, которого там не было. Вообще, что за идиотизм? Блин, не могу. Ну, это реально идиотизм какой-то. Я в прямом эфире, если что, поэтому...
Паш, лучше не надо материться, там все дела. Хотя можешь, конечно, приложить разок. Фух. Не, ну реально, минут 10 мы искали это пальто, которого не было. Ну, что это вообще такое? Потом я выхожу, никого нет. Думаю, где? Нету никого, понимаешь ли. В уборной человек. И на этот момент, когда я ухожу. Ну как, ну ладно, неважно. Всякое бывает, да? Так, да. В общем, вот такие дела. Не, ну погода неплохая. Да, смешно. Да не нервничаю я, нормально. Просто это весело. А если времени нету, то это уже не весело. Сейчас время-то есть, сейчас ладно. Эфир, спасибо, да. Кто слушал, тоже спасибо. Я давно не ездил на эфиры никакие. Для меня это какое-то прям даже такое приятное действо события. Вот. Потому что давно не заглядывал. Еще бурчите. Да я вообще бурчу вообще всегда. Это моя не лучшая сторона. И шо? Да не шо. Момент хороший. Че? Сейчас покажу, вот. Качество плохое. Ну да, уже плохое качество. Так, сегодня подзарядил. Да, на самом деле, чуваки, которые там работают, тоже подзарядили. Вот, Свинвал с тобой. Спасибо. Куда смотреть, как смотреть?